Всем привет, с вами я, Александр Слычков. И в прошлом видео, когда я играл в Illuminat MLG Clicker, вы меня задолбали после этого видео, так как я там случайно попал на приложение Super So Free. Это программа, чтобы для удаления root-прав с Android телефона, смартфона, там, планшета. В общем, здесь можно посмотреть наши настройки. Давайте уже приступим к удалению. Потому что... Да блин. Так. Тут ничего у нас нету интересного. Так, блин. Да черт. Да. Со съемкой что-то глючит у меня. Ну ладно. Так. Заходим в настройки. Зашли в настройки. Ищем теперь root-права. У вас должно быть вот так. Super So Free версия 2.76. Вот тут все должно быть написано. Обновить до профи-версии вам не нужно. Дальше разрешить суперпользователя. Это не надо, не надо, не надо, не надо. Безопасность? Нет. Нам нужно перейти к очистке. Она здесь. И тут у нас есть три такие менюшки. Это перенастановка, переключить приложение суперпользователя и полное удаление root. Давайте сделаем это. Просто нажимаете на удаление. У нас выпадает такое вот интересное меню. Если очистка завершится успешно, права root пропадут. И приложение автоматически закроется через несколько секунд. Имейте в виду, что некоторые ядра автоматически возвращают root права при загрузке устройства. Вы точно хотите продолжить? Ну, в общем, если вам нужно удалять root права, удаляйте. В общем, мне это как бы не нужно. Но все-таки, если вы хотите, можно его все-таки удалить. Нажимаете «Продолжить». После этого ждете какое-то время. Ну, смотря зачем вы удалите root-права. Например, у вас какое-то приложение не загружается или типа того. У меня сейчас может даже... О, все, перезагрузится приложение. Ну ладно. Так. Заходим опять в SuperSu. Да, блин, не запустилось. Ну, в общем... Root права удалены, ребят. В общем, заходите в любое... Короче, в любое приложение, если вы делали это для того, чтобы накрутить там, я не знаю, взломать игру, например, Tap It Out, The Springfield, например, там накрутить себе всякие разные доллары, япончики, все-таки, ребят, делайте, что хотите, но root права, они как бы... они вам... помогали, а если их нету, просто они вам перестанут помогать, и как бы у вас просто будет немного лагать телефон. Ну, как бы, наверное, с этим уже понятно. Так что, если вы все-таки хотите это сделать, делайте. Я вам все объяснил, все сделал. Вообще, вы меня еще спрашивали про то, какая программа удаляет. Точнее, не root права, а как это называется-то. Взламывает игры. В общем, программа. Это G-Guardian. Или Guardian, как ее называют. Я не знаю почему, но я просто не понимаю, наверное, чего-то. Эта программа изменяет значение и меняет ее в игре. Я типа такой программы пытался сделать на Android и не получилось. Потому что Android просто отклонил мое приложение в App Store. Ой, не в App Store, а в этот, как его... Play Store. Да, точно. То есть Play Market. В общем, что я могу сказать? Вы теперь можете без root прав теперь все устанавливать любую игру и не задавайте мне больше таких вопросов под видео, потому что я вам все сейчас объяснил, все понятно, наверное. И, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео и всем пока.